Всем привет! Пришла к нам посылочка с Бангуда. Это давно лежит на доставке. И называется Blitzwolf BWRC-1. Ну, если кто догадался, это инфракрасный пульт. Вот так он выглядит. Micro USB. Прорезиненная ножка. Blitzwolf. Приятненько так стоит. Не так, как Яндекс.Пульт. Вот такой вот паспорт. Это, видимо, это QR-код для скачивания Blitzwolf приложения. Так. Сейчас покажу, чем он отличается от Яндекс.Пульта. Вот так выглядит Яндекс.Пульт. Он у меня вскрытый. Дело в том, что с ним произошел небольшой инцидент. У него чуть-чуть вытащилось micro USB и начало плавиться. Я не знаю, сколько это времени продолжалось, но потом я заметил, что у меня Алиса перестала включать там приборы. Когда я посмотрел, здесь вот так вот micro USB весь сплавился. Вот так он выглядит. Вот до такой степени все. И было вот так. Он немножко торчал. Так вот он выглядит. Ну, здесь ничего не пострадало, кроме как тут немножко как бы поплавилось. Но он продолжает работать, все с ним хорошо. То есть, вот в этом месте как раз и плавилось. То есть он в рабочем состоянии. Ну, как видите, да, он немножко толще. То есть видите, насколько. Этот меньше. Все, к этому мы закончили. Ну и хочу я, значит, сделать следующее. То есть понятно, что Blitzwolf есть приложение, к нему привязывается. Это примерно так же, как Broadlink, да? Broadlink есть свои приборы, у Blitzwolf есть свои приборы. Но я попробую подключить Blitzwolf умный пульт в первую очередь к Яндексу. Это именно к приложению Яндекс. То есть как будто это не Blitzwolf, а как будто это Яндекс.Пульт. Ну а основное мое приложение, в котором у меня все приборы различных производителей, из Emismart, и Tuya, и ну разных абсолютно производителей, я их объединил одним приложением. Это приложение называется Yasmart. Ну, для меня оно удобно и как бы более-менее рабочее. Не более-менее, а рабочее абсолютно. То есть я с ним работаю. Вот. Давайте сразу попробуем подсоединить. Лампочка горит. Так, я не вижу кнопки сброса. Ладно. То есть скачаем приложение Blitzwolf и потом попробуем подсоединить к Яндексу и к Yasmart.
Итак, как и оказалось, приложение Яндекс, ну, во-первых, завел Bitswolf, да, учетную запись, и она исчезла только что, там было, естественно, я заносил его, добавил устройство, а я обратил внимание, что приложение ничем не отличается от обычных приложений, то есть все такое же, как YaSmart, Smart Life, такое же, как Tuya, все одинаково, поэтому я оставил, отсюда вытащил, ну, в смысле, удалил это устройство и открыл свое, которым пользуюсь. Сюда я занес его. Оп, а вот еще. То есть вот у меня я-пульт, то есть от Яндекса, к которому я подключил два телевизора, два вентилятора, DVD. Некоторые смеются, да, DVD в 2020 году. Но тем не менее, у меня есть записывающий DVD, и я поэтому куда его? Его девать некуда, он с жестким диском. Иногда-то что-то пишется, какие-то программы, которые не могу посмотреть, они пишутся без меня. Тем не менее, это так. И давайте посмотрим, как выглядит вот этот пульт. Ну, во-первых, пульт, он находится, вот, допустим, здесь, да? Такой интерфейс. Добавлять можно вот таким образом. То есть абонентская приставка, телевизор, кондиционер, абонентская приставка, вентилятор, DVD. Ну, даже здесь DVD есть. О чем вы говорите? То есть умные лампочки, проекторы, аудио, камера и очистители воздуха. Либо вот самостоятельно. Да, здесь уже можно выбирать. Вот так они выглядят. Смотрел до конца. Хочу от компании ZemeSmart текстовым файлом будут идти коды на скидки 11.11. То есть вы можете, если вас интересует продукция ZemeSmart, вы можете использовать эти коды. Они дают скидку в зависимости от того, на какую сумму вы набираете. Вы можете сделать там, по-моему, 10% скидку. Все, на этом все. Еще можно показать, как работает с Алисой. Алиса, включи на ящике 25-й канал через 1 минуту. Хорошо, запомнила. Сделаю сегодня в 12:45. Ну, давайте посмотрим. То есть, заходя в устройство. Ну, во-первых, должны добавить пульт, да? Для этого мы заходим в управление устройствами. Добавляем. Другие устройства. И ищем Tuya. Smart. И он вас спрашивает, обновить список устройств? Вы ему говорите, да, обновить. То есть LG TV, Samsung TV, далее. Здесь вы должны комнату
детская. А комната нам нужна в том числе для того, чтобы о кирильце без пунктуации, то есть вот так вот даже. Samsung. Хотя можно там телек, ящик, как хотите. В группу мы никуда не включаем. Smart Life. Производитель. Ну, кстати, вот здесь мы можем даже посмотреть производителя. Ой, тут телевизор не там стоит. Давайте назовем его телек, ящик, чтобы дочери было удобнее говорить. Комната детская, сохранить. И теперь все устройства находятся уже здесь.